Скажите, пожалуйста, как вам было играть против своей бывшей команды? Конечно, необычно играть. Сколько лет провел Николай. Первый раунд в сезоне в новом клубе против своей бывшей клубы. Очень тяжело. Мы собрались. Была тяжелая игра. В твое время отрывались на 10 очков. Но были у нас провалы в защите. И они сокращали счет. Быстрыми атаками очковыми. Мы сумели держать их, и в конце оторваться от счета, не держать их на победу. Конечно, необычно было, что мы приехали в Анапу, в Калуге. Это Николай, мы играем, такие ощущения были. Молодцы, что приехали, поддержали свою команду. Спасибо.